Позвольте видеосъемку. Да? Я к вам обращаюсь. Да, да. А, значит, я вас предупреждаю, не знаю, у вас, может, камера не включена, что вы, если будете обнародовать это видео с нашего разрешения, вы меня снимать, накажете, да? Нет, снимать мы вам не разрешаем, не запрещаем, а обнародовать, пожалуйста. Доверенность ваша. А нужна? Да. Почему? На каком основании вы будете персонально легальным? Личного заявления. У нас заявитель иной гражданин. Заполнил в процессе? Нет. Зинаида Александровна приглашается, а вы до заполнения доверенности. Она у вас не подписана, это просто бумага. Идемте. Нет, сейчас она заполнит, и мы пойдем вместе. Время приема. Нет, мы сейчас приглашаем Зинаиду Александровну. Вы сейчас, пожалуйста, спектакль устраиваете? Мы не устраиваем. Напишите в свою фамилию, имя, отчество и все. Зинаида Александровна, мы вас ждем. Проходите, пожалуйста, не задерживайте кресло. Доверенность. Доверенность. Все, все нормально, сейчас запомним и все. Здравствуйте. 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 Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Так, Зинаида Александровна. Вы представьтесь, пожалуйста. Мамаев Владимир Владимирович, представитель. А, пожалуйста, ваши документы как представителя. А сейчас предоставить? Есть, есть. А, что у вас за техническое устройство? Проинформируйте меня, пожалуйста. Вы находитесь на приеме начальника. Телефон, аудиорекордер, ведется видеофиксация и аудиофиксация. С какой целью? С целью фиксации всего происходящего. Я вас должен предупредить, что я категорически возражаю против потом размещения моего видеоизображение детям и иным посторонним лицам. В случае, если мое видеоизображение будет размещено в средствах массовой информации в интернете, я, соответственно, буду обращаться в судебном порядке. Хорошо, будьте обращаться. Соответствующим мыслям. Поэтому будьте требую не размещать мое видеоизображение в общем доступе. Я вас услышу. Надеюсь, мое требование понятно? Я вас услышу. Хорошо. Пожалуйста, ваши документы и ваши документы как представителя. Здесь напишите фамилию, имя, отчество и паспортные данные. Да. Вот свои. Ой, у меня ручечки. Есть ручечка? А есть сейчас ручечку. Можно вас вот, ручечку взять? Да. А? Писайте, пожалуйста. Обеспечите, пожалуйста, ручкой и листочком. А листочки есть. Здесь должны обеспечить ручкой и листочком. Вы что сейчас собираетесь делать? Сейчас пишут в бланк доверенности. Сейчас не надо, вы пока сейчас не имеете никакого статуса. Выйдите, пожалуйста, сейчас я вам отказываю в приеме. Останется только тот человек, который обращается с заявлением. Ваш статус не определен, я вынужден вам отказать в приеме. Пожалуйста, покиньте помещение. Сейчас, успокойтесь. Ладно, я просто для того, покиньте помещение. Для того, чтобы просто зафиксировать, как у нас пойдет разговор, вот я вам под видеозапись показываю доверенность. Пожалуйста, давайте вашу доверенность и ваши документы. Ну, я уже понял, что у нас будет идти разговор. Разговор будет идти только в соответствии с действующими нормативно-правовыми. Хорошо. Федеральное законодательство, можно ручку, которое давай определяет порядок приема. Обеспечите, пожалуйста, ручкой или листочком. Дайте, пожалуйста, документы. Спасибо. Да, пожалуйста, я вас слушаю. Дайте на это место. У вас есть короткое изложение обстоятельств для того, чтобы я мог ознакомиться с вашими материалами? Вот это последнее из прокуратуры. Если вам тяжело говорить, я сейчас. Присядьте, пожалуйста. Присядьте, пожалуйста. Пересядьте тогда, пожалуйста, на мое кресло, а я сяду так. Заявительница разговаривает с руководителем. Вы присядьте сюда, представитель. Пожалуйста, если вам сейчас тяжело говорить, вы знаете, давайте, вы успокойтесь. Да, успокойтесь. Знаете, Александровна, вы волнуетесь, все, что да, вы сейчас... Не перебивайте, пожалуйста, я слово всем предоставлю, все успеют выступить. Я понимаю душевное волнение, тяжело вспоминать обстоятельства этого события. Если у вас есть краткое изложение, можете мне предоставить, пожалуйста, чтобы я ознакомился сейчас, с материалами, да, и мы более предметно с вами поговорим. Зинаида, успокойтесь. Дайте мне слово, я сейчас все объясню. Все, все. Позвольте сейчас предоставить мне просто наглядно, если есть краткое изложение, чтобы я почитал, ознакомился, и вы будете... Дайте мне слово, я сейчас все объясню.
Просто вот здесь я описала. Сейчас я объясню, и вы предъявите документы. Вы пришли на прием от руководителя. Разрешите, мы сами определим, как мы будем общаться, в какой последовательности. Я для этого здесь присутствую. Вы, уважаемый представитель, вы же пришли помогать, содействовать прием. Конечно, я поэтому пытаюсь успокоить моего доверителя. Я то же самое делаю, вы просто сейчас ее прерываете, не даете возможность ей представить мне хотя бы краткое изложение, чтобы я мог посмотреть, прочитать его, и мы, подождите, не перебивайте меня, мы сейчас с вами поговорим. Вы начинаете... прессуете на данный момент. Я никого не прессую, я предложил, наоборот, успокоиться. Дайте человеку отдышаться. Зинаиде Александровне ей тяжело говорить. Я ей поэтому попросил, предоставить мне письменный документ. Она волнуется. Я пока его... Ей не нужно ничего говорить, я почитаю документ, потом представлю вам слово, вы все это изложите логически, понятным языком. Ну, если захочет Зинаида Александровна прокомментировать, она сможет потом прокомментировать. Последнее письмо прокуратуры давайте. Вы документы не давайте лишние. Я скажу, какие документы давать. Мы ничего забирать не будем. Мы я сейчас не в этом, чтобы нам долго не вникать. Я просто прочитаю сейчас хотя бы ваше первоначальное заявление, обращение, и мы потом будем уже предметно разговаривать и разрешать вашу ситуацию. Поверьте мне, здесь вы пришли же за помощью. Основной документ, который последний из прокуратуры. Обращение тут вот. Ну вот это, в принципе, все можно отдать. Это в одном письме было это обращение. Ничего давать не надо, по порядку. Мы все документы вам вернем, не переживайте. Все будет у вас находиться. Все оригиналы вы получите обратно. Кто вас не забирает? Успокойтесь, еще раз говорю, не суетитесь. Не надо. Мы передадим все. Я вам напоминаю про регламент, вам еще. Хорошо, да. Поэтому давайте не будем отвлекаться. По вине сотрудников скорой медицинской помощи умер человек. Было подано заявление о совершении преступления, то есть неоказание медицинской помощи. Отдел полиции в городе Оленегорске не отработал, как положено, и устроил так называемый карусель. Выносится постановление об отказе возбуждения уголовного дела, оно потом отменяет, то есть не могут возбудить уголовное дело. Когда у нас уголовно-процессуальный кодекс говорит четко, что решение принимается 3 суток, 10 суток с разрешения там, прокурора до месяца и так далее. Возможно, есть какой-то пробел в нашем законодательстве, который позволяет эти карусели устраивать, но в любом случае прокуратура обращает на это внимание, что вот эти проверки дополнительные, это носит формальный характер, ничего они не делают. К сожалению, прокуратура не может их наказать, потому что это не их подчиненные, но соответствующие документы выносятся. Поэтому у нас первая просьба, во-первых, их наказать, начиная от начальника отдела полиции, от этого Оленегорского, и всех, кто причастен к этой волоките, к этому, скажем, к этой карусели. Это первый момент. И второй момент – взять под личный контроль, чтобы все-таки дело было возбуждено и доведено до какого-то логического конца. И чтобы проверка проводилась полноценно. К сожалению, я сейчас не готов вам прокомментировать в этой части, потому что здесь представлены просто сопроводительные письма, они достаточно неинформативны, никаких ни первоначальных, ни последующих процессуальных решений я не вижу. Наверное, определимся таким образом. По данным материалам назначим проведение служебной проверки по вашему обращению. Затребуем не копии, которые здесь имеются, а оригиналы материалов, которые находятся в нашем отделе в Оленегорске. Дам поручение внимательно сотрудники изучить вообще ход проведения проверки. Вот этого документа у них нет, они не смогли... У сотрудников, да? Да, а мне, я за 3 дня вот это вообще. Мы запросим все материалы проверки с Оленегорского отдела, ага. Изучим, дам поручение, посмотрим, как ход и результаты проведения следственной проверки проводились. Соответственно, проведем служебную проверку в случае нарушения и волокиты и халатности, конечно же, сотрудники будут привлечены к определенной дисциплинарной ответственности. Ну и по результатам проверки уже вы будете в установленном порядке проинформированы, конечно же. Но однозначно здесь надо принимать окончательное процессуальное решение. А этого документа, которого у них нет? То есть, который вы считаете, он будет необходим для вывода? Только они же мне отписывали, что они этот документ не могут получить. Это вот со скорой помощью, там вот разговор моего брата, вот здесь вот даже подпись. Ну, вот эти карточки медицинские. То есть вы эти материалы готовы представить сотрудникам по первому требованию для приобщения к материалам процессуальной проверки? Зинаида Александровна, мы определяемся таким образом. По вашему обращению, по факту волокиты, назначаем служебную проверку. В части материала проспроверки оформляйте поручение на материал возобновить производство и провести все необходимые дополнительные проверочные мероприятия для того, чтобы принять окончательное и законное процессуальное решение. В принципе, вот я думаю...
Она уведомлена. Да, конечно, у вас по окончательному решению процессуальному обязательно уведомят. Мы обо всех принимаемых решениях должны вас уведомлять, поэтому вы получите от нас документ, и в том числе по результатам приема, вас проинформируют. Хорошо, а действительно МВД не может запросить документы у скорой? МВД может запросить, и все остальные органы, которые занимаются надзорной деятельностью, процессуальной проверкой, могут запрашивать все необходимые документы для реализации своих полномочий. Получилось, поэтому что я за 3 дня его получила. Ну, мы разберемся по неслужебной проверке. Зинаида, разрешите, я пару слов хочу тоже добавить. Да, Алексей Александрович, хочу обратить внимание на следующий момент. Все-таки повторюсь. Хочу, чтобы были виновные наказаны. Факт неисполнения должным образом своих обязанностей установлен прокуратурой. То есть должно будет последовать наказание. Мы проведем проверку, и решение будет соответствующее с действующим нормативом. Я про это говорю, что вы свою проверку проведете. Понятно, прокурорская проверка – это своя проверка. Я все-таки надеюсь, что наказаны будут те должностные лица, которые отвечают за эту волокиту. Волокита, на мой взгляд, установлена и фактическими обстоятельствами, и заключением прокуратуры. Это первый момент. Второй момент. Мы хотели бы все-таки к вам попасть в ближайший прием. Я думаю, что к этому времени какая-то уже ситуация прояснится. И мы точно так же с вами побеседуем и выясним, выявили, не выявили волокиту, там какие-то упущения, не упущения. Чему я так сильно переживаю, что время идет, теряются следы преступления. Медработники работают такие, которые не заслуживают, чтобы они там работали, они там не должны работать. Я хочу, чтобы с вашей помощью они были причинены и к уголовной ответственности, и, соответственно, были лишены по решению суда правом заниматься этой деятельностью там как можно больше лет. Все, спасибо вам большое, что вас выслушали. Мы все сделали для того, чтобы принято было законное обоснованное решение. В ближайшее время мы запишемся, посмотрим по графику приема на следующий месяц. Он официально публикуется, эта информация в открытом доступе, поэтому, пожалуйста, приходите. Все, хочу на всякий случай просто обратить внимание, вы поняли, что я это специально сделал с этой доверенностью. Доверенность у меня есть, просто хотелось бы все-таки, чтобы Мне просто было непонятно, зачем вы первоначально руководители меня, моих сотрудников, вводили в заблуждение. Вот наше законодательство позволяет все это сделать в простой письменной форме, и этого вам бы дало бы все полные бы правовые основания для участия в данном приеме и представления интересов своей доверитель. Вы просто потратили лишнее время свое, доверителя и нас, как сотрудников органов внутренних дел. Но это ни в коем случае не красит вас, как представителя юриста, если вы осуществляете такую деятельность. Ваша же в основном цель направлена на реализацию прав и законных полномочий вашего доверителя, а не устраивать здесь такие театрализованные представления. Это, если честно говоря, немножко вас не красит. Да. Поэтому вы будьте добры, обращайтесь сразу с полномочиями к нам. И поверьте мне, вся правовая помощь вам будет оказана в полном объеме. Никто никогда вам в правовой помощи в органах внутренних дел не откажет, понимаете? И вот эти вот концерты, они просто ни к чему. Это просто лишняя трата нашего времени. Поверьте, за это потраченное время мы могли бы обсудить много бы дополнительных моментов, которые позволили бы нам более объективно разобраться. Я просто вас убедительно прошу на будущее этим не заниматься, приходить, предоставлять простые, самые первичные необходимые документы, и поверьте мне, все ваши права, законные интересы, они будут соблюдены в установленном порядке. Никаких препятствий вам никто чинить никогда не будет, ни я, ни мои подчиненные сотрудники. Если эти препятствия кто-то будет чинить, поверьте мне, очень жестко разберемся и примем все меры дисциплинарного и иного характера. Я думаю, вам это понятно. И мы с вами будем вести теперь нормальный конструктивный диалог. И в последующих всех наших общениях, если, конечно, вы ко мне прибудете на последующий прием. Мы, надеюсь, друг друга поняли, и недопонимание в последующем такого характера больше не повторится. Договорились? Алексей Александрович, договорились. И у меня все-таки, я имею право на реплику, да? Хотелось бы все-таки пояснить, для чего я это сделал. Потому что, как вы обратили внимание, у моей доверительницы нету ручки. Я сюда прибыл не с нею. Я дома подготовил, распечатал. То есть мы сейчас могли сесть комфортно. Ей нужно здесь в этот бланк вписать только свое имя, отчество. Ваша доверительница, насколько вы можете видеть, вот сейчас. Можно я реплику закончу? Можете развернуть вашу видеокамеру, представлена и ручка, и бумага. Да, можно я закончу реплику? Закончу реплику. Мой человек, мой доверитель, который здесь находится, он очень сильно волновался, и он нуждался в помощи. Вот, на мой взгляд, вот это выставление меня за порог, вот этот жест, когда я заглянул узнать, чтобы там без нас не прошла, встреча, вот этот вот жест рукой вашего
вот этого помощника. Вот это, вы знаете, это некрасиво. Поверьте, я никаких жестов не видел. Я не про вас говорю. Ваша доверительница находилась с самого первого момента здесь. Разрешите, я закончу фразу. Я же вас не перебивал. Разрешите, я просто закончу этот маленький монолог. Я хочу обратить внимание, почему я это сделал. Да, с моей стороны это провокация. Но провокация той ситуации, в которой может оказаться любой человек. Понимаете, очень неприятно, когда человек, во-первых, который заглядывает, можно просто словами сказать, у нас еще идет прием, подождите минуточку. Вот эти жесты, это раз некрасиво. А как мы сегодня записывались на прием? Здравствуйте, хотели записаться на прием сегодня к Веселовскому? А как нам сделать так, чтобы мы с вами вживую увиделись? Мы сейчас стоим на проходной. Приказ МВД номер 707, там прописано, что либо это по телефону, либо при личном общении. Ну, нам даже не досужились спуститься, да, чтобы принять. Мы говорим, что мы готовы вам документы передать, чтобы вы были готовы. Не надо меня перебивать. Пожалуйста. Вот, то есть этот момент. То есть я могу сослаться на пункт соответствующей инструкции, 707 приказ МВД, там 180 какой-то там пункт, я точно не помню. Но смысл не в этом. Смысл в том, что я хочу обратить внимание, что где-то можно все-таки не вести себя таким образом агрессивно. Вы прекрасно знаете, что я представитель, я был заявлен еще при обращении. Выставлять как школьника за дверь, это некрасиво, неуважительно. Вас, поэтому вас еще раз скажу. Приняли, вас выслушали при предоставлении необходимых документов. Вы сослали сейчас на нормативные документы и на федеральное законодательство. Там как раз все это четко регламентировано. Поверьте нам, мы не можем сами нарушать федеральное законодательство, о котором вы сейчас сказали. Вся необходимая юридическая помощь и прием вашему доверителю были оказаны с первой же минуты. С первой же минуты, как вы предоставили все необходимые правоустанавливающие документы, та же помощь была оказана и вам. Мы вас внимательно выслушали и поверьте мне, все меры реагирования будут приняты. Вы не заставляйте наших сотрудников также нарушать действующее законодательство. Мы должны им следовать. Вы говорите, вы должны соблюдать нормы закона. Мы их соблюдаем, но, пожалуйста, должны соблюдать и вы их. Никто никого не выставлял. Прием вашему доверителю прием был оказан. Как же это расценивать? Я вас выслушал, теперь вы слушайте меня. Но я-то не закончил фразу, вы мне перебили. Нет, вы закончили, я стал потом комментировать. Хорошо, ваше выступление. Ваш доверитель был записан по телефону, что регламентировано приказом номер 707, о чем мы сказали. Вы пришли в установленное время. По завершении приема предыдущего заявителя вы были приглашены. Ваш доверитель был обеспечен и ручкой, и бумагой. И это вот сейчас свидетельствует кадр. Если вы развернете свое средство фото- и видеофиксации, это будет также задокументировано. Ее прекрасно выслушали. И при представлении вами документов тоже вы были выслушаны. Поэтому я вас еще раз убедительно прошу на будущее не заниматься этими вещами. Поверьте, мы просто потеряли уйму полезного времени, которое мы могли бы потратить бы на выяснение дополнительных обстоятельств именно по поводу обращения вашего доверителя. Это моя к вам просто убедительная просьба для того, чтобы мы в дальнейшем просто более эффективно работали. И поверьте мне, эта работа будет гораздо более эффективно организована, в том числе и с вашей стороны. Если у нас такое взаимопонимание будет достигнуто, а оно, поверьте, будет, потому что все определено нормами закона. И нарушать его не имеет права никто. Ни вы, соответственно, ни мы. Мы должны действовать только в рамках действующего законодательства. Поэтому, поверьте, мы разберемся по этой ситуации, и все надлежащие меры будут приняты. Вы об этом будете проинформированы в установленном порядке, в установленном сроке. Я думаю, мы друг друга услышали. Я исчерпывающе ответил на все ваши вопросы и поясню. Алексей Александрович, буквально короткая реплика, и я думаю, мы попрощаемся. Да, поэтому прошу, вот буквально короткая реплика. Хорошо. Короткая реплика, значит, любое, скажем так, заседание, там, личный прием начинается с установления полномочий, личности и так далее. Но вы их не подтвердили. Так вот, процесс, когда этот начался, да, когда мы зашли, когда я начал показывать свой паспорт, когда
я попросил ручку для того, чтобы мой доверитель просто расписался в этом бланке, который заранее уже заготовлен. Нет, его нужно было заполнить. Вы же видите, он не заполнен, этот бланк. Его нужно так заполнить. Я понимаю, ну, заполнить. Поверьте, мы не можем, но вы опять меня перебиваете, понимаете? Я же хочу просто произнести реплику, чтобы на видеозапись это было зафиксировано, развернуться и уйти. Пожелать всем хорошего настроения. Ну, о чем реплика? О том, что у вас не было. О том, что я хочу, чтобы вы все-таки меня услышали. И зрители, которые могут смотреть это видео в дальнейшем, чтобы услышали мой довод, то, что если я в момент, когда мы находимся здесь, устанавливаю свои полномочия, дал доверенность, которую должен подписать мой доверитель, чтобы уполномочить мои, скажем так, права, обязанности и тому подобное, это нормальная ситуация. Не надо выгонять меня. Потому что человек без меня не справится, он волнуется, он не знает, где чего расписаться и тому подобное. Я ему оказываю юридическую помощь, только и всего. Я просто на это обращаю внимание, на вот эти вот жесты самого порога, когда мне вот, я еще никому ничего не сделал плохого, мне уже ваш работник уже начинает какие-то угрозы делать, меня в коридоре там про какую-то видеозапись и тому подобное. Вам никто не угрожал, успокойтесь. Да я спокоен. Вы все действуете на основании закона, и ваши зрители в первую очередь должны понимать, что поэтому зрители мои должны знать о том, как здесь это происходит. Они должны понимать, что никто, в том числе и вы, не имеет права нарушать закон, это основное. Никто из нас не нарушает закон. Никто вы его нарушили, поэтому... При оформлении своего первичного обращения. Мы ничего не нарушили. Это неправильно. Я убедительно прошу больше так не поступать. Я надеюсь, что, как вы правильно заметили, зрители мои оценят ваше поведение в том числе. Всего хорошего, до свидания. Я вас предупредил, Владимир. Конечно, подадите на меня суд в гражданском порядке. До свидания. До свидания. Прием закончен. Подойдите, пожалуйста. Это уже дальше. Прием закончен. Спасибо большое. А мне еще нельзя в коридоре снимать? Здесь нельзя снимать? Там мне не надо разрешать, у меня 29-я статья Конституции разрешает. Подождите секундочку, вы находитесь в административном здании управления. Много сотрудников, вы не можете снимать здесь съемку, потому что по 807-му приказу, который вы знаете... Почему? Потому что это запрещено. Ознакомьте меня с приказом. Хорошо, сейчас. Ознакомьте. Ознакомьте. Все, всего хорошего тогда. Позвоните. Да, ага, до свидания. Подождите, сейчас к вам подойдет ответственный руководитель, и он вам все разъяснит, хорошо? Мне разъяснять не надо, нет, вы мне сказали приказ какой-то подождите, подождите. Вот это в его компетенции, и он сейчас мне к вам подойдет. Мне просто времени нету ждать это все. Как, подождите, вы же хотите съемку осуществлять на законных основаниях? Сейчас... Я осуществляю на законных основаниях. Нет, сейчас вы не имеете права здесь в коридоре осуществлять съемку. Сейчас ответственный руководитель объяснит вам, почему. Я, к сожалению, должна вернуться на прием. Информационный стенд, все, буквально почему минутку, я не могу знакомиться? Вы буквально минутку можете подождать? У вас есть минута? Бред какой-то. Вы не получаете, вы не получаете справедливо. Все здесь разоружались. Ну да, что не надо. Пожалуйста, вам идет руководитель. Объясните, почему... Вы не трогаете за руку? Я вас не трогаю, я вам хочу. Мы не закончили. Вы будете смотреть приказы, на основании которых... Ваши приказы меня не касаются. Да слушайте меня, пожалуйста. У нас... Ознакомьтесь с 29-й статьей Конституции. Всего хорошего.